Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня по многочисленным просьбам я готовлю нежнейший йогуртовый крем без сливок и без сливочно-творожных сыров. Потому что у очень многих нет возможности купить сливки, кому-то это дорого, кто-то просто не может физически их купить, потому что в тех регионах, где они проживают, просто нет сливок для взбивания. И поэтому сегодня я хочу вашему вниманию представить такой рецепт, где мы будем делать этот крем на основе фруктового курда. И в основе курда у нас будут лежать желтки, яичная масса. Этот крем, я бы даже назвала его крем-мусс, он очень и очень нежный. Со вкусом сегодня у нас будет ананасовым этот крем. И я сейчас покажу, что этот крем можно приготовить даже без ручного миксера. Просто замешивать будем венчиком и ложкой. Ананасовый курд вот такой у меня шикарный получился. Также мне понадобится сегодня йогурт. Можно брать абсолютно любой йогурт у меня здесь. Я дальше в видео все это расскажу. И вначале мы приготовим с вами курд. Курд готовится обычно на желтках, можно просто на яйцах его сделать. У меня же здесь смесь желтков и яиц. 170 грамм желтков и 130 грамм яиц. Здесь у меня желтки от 10 яиц и 2 крупных яйца по 65 грамм. Торт у меня огромный, поэтому у меня большая масса здесь. Я все напишу в описании к данному видео. Подробнейший рецепт будет и на большой размер торта, и на более маленькие. Все это я распишу в описании. Здесь у меня 300 грамм ананасов. Ананас консервированный. Кусочки и сок составляют в массе 300 грамм у меня здесь. 100 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара. Все это сахар здесь регулируем по вкусу ананаса именно. У меня такой он кисловатый ананас. Пробила я сейчас все это блендером и на очень таком умеренном огне я начинаю нагревать яичную массу. И я также хочу отметить, что когда мы готовим курд, во-первых, не нужно его бояться, потому что многие боятся готовить курд. Ничего сложного здесь нет. На умеренном огне просто нужно постоянно его помешивать. Можете кастрюльку взять просто побольше. Кастрюлю, конечно, берем с толстым дном для приготовления любого заварного крема. Здесь очень важно размешать именно желтки, потому что в желтках может образовываться пленочка. И вот это нужно абсолютно хорошо размешать нам сейчас венчиком. Теперь сахар я добавлю в ананасовую смесь, все это размешаю и введу уже в яичную смесь, чтобы быстрее разошелся просто сахар в жидкости. Все это при непрерывном помешивании я дальше нагреваю и также ввожу туда все сливочное масло. Вы можете чуть меньше взять масла, но я основываюсь просто здесь на классический рецепт курдов. И цитрусовых, и фруктовых. Здесь вот в данном случае у меня будет ананасовый. Все это при непрерывном помешивании мы сейчас должны довести до температуры примерно 80 градусов, до первых булек. Заметно он у вас в руках начнет густеть, курд. И когда уже, я беру, конечно же, кондитерский термометр, просто для надежности, чтобы вам показать. Но первые бульки вот в такой большой массе у меня здесь пошли при 82 градусах. То есть где-то 80-82 градуса. 5 минут я буду это все уваривать. Но масса у меня большая. Если же маленькая масса, это где-то 3 минуты нужно рассчитывать. Но помешивать на умеренном огне нам нужно будет непрерывно. Я снимаю. Температура у меня достигла уже, видите, 79. Ну, 80-82 градуса она у меня была. Курд мой заварился, он готов. Теперь это вот на венчике, это просто волокна от ананаса. Если же они вам как-то будут мешать, вы потом всю эту смесь можете перетереть через сито. Я же не буду этого делать, я оставлю все как есть. Просто пробью потом блендером. Переливаем обязательно в емкость, где это будет все остывать до комнатной температуры. И обязательно накрываем все это пищевой пленкой в контакт, потому что корочка образуется очень быстро. И сейчас будем остужать просто до комнатной температуры. У меня здесь получилось 590 грамм готового курда. Вы же смотрите по своим продуктам, по количеству сахара. Теперь
У меня вся эта смесь остыла до комнатной температуры. Йогурт же у меня нагрелся до комнатной температуры. Я, когда я приготовила курд, сразу же достаю йогурт из холодильника. Курда у меня здесь 590 грамм и 900 грамм йогурта. Йогурт 3,5% жирности. Йогурт у меня здесь ананасовый. Вы же можете брать абсолютно любой, потому что в курде уже очень яркая ананасовая нотка. Здесь также у меня 27 грамм желатина и 12 столовых ложек холодной кипяченой воды, как это и указано в инструкции от производителя. Курд полностью остыл до комнатной температуры, снимаем пленку. Вот такой консистенции он, конечно же, подзастыл, скажем так, но я его хочу еще сейчас пробить блендером, чтобы вот эти волокна, которые остались от ананаса, я хочу их все-таки немножко размешать, скажем так. Вы же можете этого не делать. Йогурт до комнатной температуры обязательно должен дойти, иначе желатин у нас схватится комочками. Йогурт обычный совершенно, 3,5% жирности, с легкими такими кусочками ананаса. 27 грамм желатина и 12 столовых ложек холодной кипяченой воды. Берем холодную воду для этого, потому что в теплой некоторые виды желатина могут не разойтись. Просто знаю из опыта. И заливаем и оставляем сейчас желатин до набухания. И когда желатин набухнет, его нужно будет разогреть импульсами либо в микроволновке, либо же на водяной бане. Ни в коем случае не кипятим желатин, потому что тогда он потеряет свои желирующие свойства. Курд у меня вот такой консистенции. То, что комочки, это были комочки от ананаса, от волокон. Я пробила его блендером, он стал более однородным. Конечно же, еще волокна мелкие остались, но все равно эта консистенция мне нравится больше. Желатин набух, я отправляю его импульсами где-то на 35-40 секунд, я его буду подогревать в микроволновке. Вы же смотрите по своей микроволновке. Теперь несколько ложек буквально йогурта я добавляю в желатиновую смесь, уже разогретую. И хочу просто тем самым немножко приблизить температуру йогурта к температуре желатина. Все это соединяю и просто вливаю в йогурт. Ничего сложного здесь нет. Все перемешиваю просто ложкой. Курд вы можете здесь использовать и цитрусовых, и также клубничный, малиновый. Просто там нужно по-другому немножко приготовить это пюре. Его можно будет как-то перетереть через сито, если кому-то косточки мешают. То есть все это можно также сделать с любым вкусом. И смотрите, как все просто. Я просто перемешиваю это ложкой. И здесь очень внимательно нужно относиться к этому крему. Крем быстро очень схватывается, поэтому этот крем мы должны использовать сразу в сборке торта. Он льется пока еще, но он может у вас схватиться. И в следующем видео я уже буду собирать очень вкусный низкокалорийный торт с такой особенной ананасовой прослойкой, в которой не будет желатина. И я все это буду подробно показывать и рассказывать. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.